северной столице проходит Петербургский международный экономический форум, который традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнес-сообщества. Главная тема в этом году – основа многополярного мира, формирование новых точек роста. Глава региона считает, участие в Верхневолжье в форуме – это развитие отношений с действующими и поиск новых инвестиционных партнеров, увеличение рабочих мест во внебюджетной сфере, в том числе благодаря открытию новых производств, связанных с ключевыми направлениями региональной экономики. В программе губернатора Игоря Рудени ряд деловых встреч, подписание соглашений по различным отраслевым направлениям, участие в пленарном заседании и тематических сессиях. В событиях форума принимают участие руководители министерств Тверской области и главы муниципальных образований Верхневолжья. На Петербургском международном экономическом форуме состоялась сессия «Не просто стройка, развитие инфраструктуры как драйвер экономического роста». Ключевые вопросы отрасли инфраструктурного строительства рассмотрели представители федеральных структур, банковского сектора, государственных компаний. Речь шла, в частности, о реализации финансирования знаковых проектов, их поддержке со стороны государства. Например, строительство северного обхода Твери позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, обеспечит возможность реализации крупных проектов промышленно-туристического кластера. Только объявил президент о своем решении, только правительство нас поддержало, там Марат Скрижанович провел совещание, Сав Петрович там приехал, значит, начать подготовку, у нас начала расти капитализация территории, народ начал и компании скупать землю, которая находится в зонах прохождения этой трассы для того, чтобы развивать новые предприятия и новые, как сейчас можно говорить, компетенции. И у нас, например, вот бюджет сегодня финальный, сейчас с Вячеславом Петровичем говорили, там 70 миллиардов, так сказать, там, ну плюс-минус сейчас закроется финансирование, сделка будет реализована, дорога ведется в строй. У нас только за два года с начала этой работы окупилось по инвестициям подтвержденным порядка 30% уже, которые вложили в нашу региональную экономику. Если сделал соотношение, там 70, у нас там 20 миллиардов, там, сейчас с плюсом, я сейчас говорю про прошлый год, это инвестиции, подтвержденные в туристическую отрасль, в промышленность, технопарки. Это частные инвестиции, пока без наших денег. Сейчас еще там можно отдельно привести и деньги регионального бюджета. Поэтому, когда развивается инфраструктура, то происходит, наверное, самое главное. Происходит процесс долгосрочного планирования. Поэтому все развитие инфраструктуры позволяет заниматься, наверное, самым важным для региона – это долгосрочным планированием развития территории, развития производственных сил. И, конечно, это тянет за собой образование, СПО средней образовательной организации, потому что промышленность, когда формируется, сразу формируется план привлечения рабочих ресурсов. Исходя из нашей ситуации, мы с 2016 года жестко ориентированы на внутренние трудовые ресурсы. Ряд направлений обозначен губернатором региональными приоритетами в развитии инфраструктуры. Это дорожное хозяйство, электричество и газификация. Так, в 2016-2023 годах было обновлено и реконструировано 3600 километров дорог. За этот период протяженность объектов, охваченных ремонтом, выросла в 4 раза. К 2027 году планируется завершить газификацию всех муниципалитетов. С 2018 по 2023 год в Тверской области построено 1700 газовых сетей, газифицировано 42 тысячи домов и квартир. В ходе сессии Игорь Рудени подчеркнул значимую роль развития инфраструктуры в улучшении демографии. Важнейшая задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным для всей страны. Дать возможность развитию дальнейшему уже современных производств. Очень важно, наверное, отметить, что президентом поставлена задача, я думаю, она для всех регионов одинаковая, вообще для всей страны. Это задача номер один, это демография. И мы прекрасно понимаем, что все, что сегодня делается, это не просто удобство перемещения 145 миллионов человек по территории Российской Федерации, а это еще и возможность укрепить наши позиции на своей территории. Потому что задача. Поэтому развитие инфраструктуры, рабочих мест, ну, как бы второй этап и вторая история, укрепление экономики, это, конечно, долгосрочная задача, которая дает человеку, жителю, уверенность в завтрашнем дне. А это главный фактор демографии. Новым масштабным проектом, который окажет существенное влияние на развитие Верхневолжья, станет строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В ВСМ, прежде всего, даст новые возможности, рабочие места, налоги в период строительства, улучшение инфраструктуры и туристический поток. Предприятия смогут перенести свои офисы в регион, где их развитие будет гораздо выгоднее, чем в крупных агломерациях, считает Игорь Руденя.